Устрашающий черный столб дыма. В Иванове горел кип. Сообщение о пожаре на улице Поляковой поступило в 15:40. Полыхал один из швейных цехов бывшего комбината искусственной подошвы. Трехэтажное здание оцепила полиция. К ликвидации ЧП было привлечено 34 сотрудника МЧС и 11 единиц техники. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. 17:57 у нас произведена была ликвидация открытого горения. Было эвакуировано 50 человек, двое пострадавших, один погибший, женщина. Ее личность устанавливается.